Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. За год в регионе ликвидировали более 2500 организаций. Данные приводит Кировстат. На начало 2021 года в области зарегистрировано 28500 организаций. 75% из тех, что закрылись за пандемийный год, удалены из статистического регистра как недействующие. Каждая пятая по решению учредителей. Еще 8% преобразованы или присоединены к другому юрлицу. Новых организаций появилось в два раза меньше, чем исчезла. Наибольшая часть из них – треть в сфере торговли. Программа «Экономика». Но управляющие компании Кирова хотят повесить оплату вывоза мусора. Это находит справедливым глава администрации Кирова Дмитрий Осипов. Он считает, что раз коммунальщики, расчистив дворы, оставляют снег на тротуарах и на проезжей части в зоне ответственности муниципалитета, часть расходов они могли бы взять на себя, при этом не поднимая тарифа для граждан. В жилинспекции поясняют, что уборка снега во дворах и с крыш входит в обязательный перечень услуг управляющих компаний. Правда, некоторое время назад в мэрии отмечали, что складирование снега после расчистки крыш и вывоз – это разные вещи, и вывоз должен оплачиваться отдельно. Экономика на 101 FM. Далее новость от наших партнеров. Федеральные спикеры расскажут кировчанам, как продвигаться в ТикТоке. 3 апреля в Кирове в бизнес-центре «Кристалл» пройдет Киров Маркетинг Форум. О трендах диджитал-маркетинга, креативном контенте и другом расскажут яркие молодые специалисты. Так, в Киров едет Владислав Бермуда, российский эксперт по кросс-маркетингу, автор книги «25 креативных идей на миллион». Также можно будет послушать директора по маркетингу бренда Black Star Burger Эдуарда Чичерина, экспертов по работе с маркетплейсами, воронками продаж, СММ, по раскрутке через YouTube и TikTok. Киров Маркетинг Форум – это 10 часов практической информации, ответов на вопросы, а также полезные знакомства. Подробности на сайте kirovconf.ru, возрастное ограничение 16+. Экономика. В завершении о валютах. Доллар сегодня 75 рублей 64 копейки, официальный евро 88.75. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.